тому же сервис FindGram, регистрируемся, потом нажимаем вход. Дальше значок в левом верхнем углу, потом сбор данных пользователя. И здесь для того, чтобы собирать информацию, нужен какой-то аккаунт в Инстаграме. И здесь есть два варианта. Можно воспользоваться аккаунтом самого сервиса, либо воспользоваться своим аккаунтом, но этот аккаунт должен быть вам не нужен, какой-то левый аккаунт, потому что велика вероятность, что его забанят просто. И все-таки я советую воспользоваться вторым вариантом, или купить аккаунт, или зарегистрировать, потому что я пробовал первый, и он мне не собрал ничего, видимо, был занят. Итак, после выбора аккаунта, дальше мы выбираем источник, откуда будем собирать информацию. И здесь можно собрать просто список подписчиков того или иного аккаунта, либо тех, кто лайкает этот аккаунт, и таким образом получим, ну, более активных пользователей. Либо по хэштегам, либо по геолокации, то есть тех, кто живет в определенном городе, например. Сейчас я попробую собрать активных пользователей, то есть тех, кто лайкает. А пользователей я возьму, ну, случайного какого-то. Просто копирую его имя и вставляю вот в это поле. Дальше внизу выбираем количество, сколько собрать. Дальше можно выбрать, чтобы пользователи все были с аватаром. И статус аккаунта выберу «Открытые». Нажимаю «Запустить сбор», и мы видим, что процесс пошел, причем довольно быстро. Итак, процесс занял примерно 3 минуты. Было собрано 9000 пользователей. Нажимаем «Просмотреть список». Можно получить более детальные данные, то есть описание аккаунта, количество подписок и подписчиков. Нажимаю «Получить данные». И теперь у каждого аккаунта я получил описание, количество подписчиков, подписок и так далее. И теперь я могу отфильтровать эти аккаунты, например, подписок до 100, применить фильтр. Из 9000 осталось 1130. Эти данные можно экспортировать. Просто здесь появляется ссылка на скачивание. Нажимаем и получаем текстовый файл с пользователями, которые нам были и нужны. А как этот список использовать, я расскажу в следующем видео.